Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Андрей, и сейчас покажу вам, как сделать спиртовую горелку. Так, нам нужны две алюминиевые баночки, спирт, любой канатик и ножницы. Сначала нужно отрезать одну алюминиевую баночку, примерно вот здесь. Теперь точно так же мы отрезаем другую баночку, но поменьше, примерно вот здесь вот. После этого мы проделаем дырочку ровно посередине. Дырочка должна быть такой, чтобы канат сюда пролез. Если канат пролезает сюда полностью свободно, то на другом конце нужно завязать небольшой узлик. Теперь канат не будет туда падать. После всех этих операций мы наливаем спирт в большую емкость. Промакиваем в нем канатик. Просовываем канатик через дырочку. И надеваем эту штуку сюда. Вот, наша горелка уже готова. Горит она очень хорошо и будет делать это до тех пор, пока не закончится спирт. На камере огонь видно немножко плохо, но в подтверждение того, что здесь есть огонь, я поднесу сюда использованную спичку, и она зажжется. Вот такая вот горелка у нас получилась. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока!